Этот год вряд ли останется в памяти музыканта Леонида Агутина как хороший. Кажется, что Леонид столкнулся со всем, чем только можно – общественной критикой, гонениями из страны и, по слухам, проблемами в личной жизни. Ближе к новогодним праздникам Агутин решился на внезапный поступок. Леонид Агутин и Анжелика Варум когда-то считались одной из самых крепких семейных пар отечественного шоу-бизнеса. Они прожили в браке более 20 лет. Однако в последние пару лет часто ходили слухи о предстоящем расставании звездной четы. И вот сейчас эти слухи обрели под собой почву. На сей раз на эту тему высказался скандальный ведущий Атар Кушунашвили. В своем телеграм-канале он прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что звездные супруги якобы уже расстались, но пока не афишируют этого. По словам известного журналиста, для него расставание Леонида Агутина и Анжелики Варум будет сильнейшим и необратимым потрясением и разочарованием. «Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю», – заявил Кушунашвили, комментируя сплетни. К слову, новый всплеск слухов породила новая композиция музыканта «Последний трек», слова из которой публика отнесла к Анжелике Варум. Кроме того, россияне заметили, что на различных мероприятиях певец давно появляется без жены. Леонид Агутин помимо собственного творчества продвигает молодых музыкантов, а Анжелика хранит молчание. Про Варум пока ничего не слышно. Ранее ходили слухи, что исполнительница окончательно перебралась в США. За океаном уже много лет живет единственная дочь Варум и Агутина, которая выступает с группой. Примечательно, что еще несколько лет назад Леонид Агутин и его супруга вели более активную общественную деятельность. Одно время артистка вообще не выходила на связь, чем спровоцировала домыслы об ухудшении своего здоровья. Также в свете сплетен о разводе звездной пары поговаривали, что музыкант был неверен жене. Так исполнителю периодически приписывали романы с молодыми красотками. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!